Это началось 6 лет назад. Там сейчас будет очень опасно. 88-дневный спор дракона. Ты опоздал на 5 минут. Вошел в историю как спор больших потерь. Верни моих товарищей. По всему миру неожиданно начинает происходить самоубийство людей, которые обладают сверхспособностями. На каждом месте самоубийства обнаруживался непонятный туман. Вооруженное детективное агентство отправилось на захват человека, который, возможно, причастен к этому. Это запасной выход на случай нападения одаренных. Если одолеть сверхспособность, она вернется к хозяину. Если ему суждено погибнуть от чьей-то руки, это будет моя рука.